Ох, какой ужас! Какой кошмар! Расстреливаешь шутками. Ты можешь ограбить всю мою семью. Ты можешь настроить всех моих друзей против меня. Ты можешь переспать с моей девушкой, но отписываться не смей. Привет! Ну что, сегодня мы заглянем в англоязычный ТикТок и посмотрим, что там у них интересного. Вы на канале онлайн-школы английского языка EnglishDom. Меня зовут Виктор Вазовский. Поехали! А, стоп, еще не поехали. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых роликах. Ну и также подписывайтесь на наши другие соцсети. Инстаграм, Телеграм и Фейсбук. А теперь поехали. А че маг такой старый у меня, братва? Можно новый, пожалуйста? Спасибо. Другое дело. Поехали. Так, где этот был кок? Мам, do you want to pet my cock? Следующий видос называется «Я стараюсь быть сексуальной и загадочной на свидании». Ну давай смотреть. But enough about me. Tell me about you and your family. Ooh, divorce. Well, you know what they say. Childhood trauma is a natural aphrodisiac. Какой ужас! Детская травма — это самый настоящий афродизиак. В таком случае я полон афродизиак. They say that. But, you're close with your mom? Well, I have a sexy little black dress if you need a date to the funeral. Какой кошмар! Это было потрясающе. Я ставлю этой чернющей комедии лайк. Что-то есть у меня общего с черным юмором. Я возвращаюсь домой с надеждой, что отец забыл выпороть меня сегодня. Интригующее начало. Fine, I'm fine. I'm gonna be okay. I'm gonna be just fine. I'm just gonna be just fine. Йоу, в этом видео столько жизни. Мой отец просто обожал пороть нас различными предметами причем. Он брал все, что было у него под рукой. Один раз он как-то собирался выпороть моего старшего брата, и под рукой ничего не оказалось, кроме телевизора. С тех пор мы называем брата телепузиком. Скажи мне, что ты миллениал, не говоря того, что ты миллениал. Tell me that you're a millennial without telling me that you're a millennial. What should I text back? I could say, They're calling. Ну да, да, это жизнь. Я тоже так делал. Но почему здесь миллениал такой старый? Алло, мы вообще-то не старые люди. Ой, сейчас в Вайбере открыточку отправлю, а то забыл с утреца. О, сейчас. О, класс. Ой, бабуля будет довольна. The continent of what? Earth. In regards to what? Earth, sea, sky, water? Land. The continents of the Earth, they're not continents of the Earth, they're continents of the world. That's deep. Да, это сильно. Континенты Земли — это не континенты Земли, это континенты мира. Дети матери — это не дети матери, это дети мамы. Ребят, нужно прокачивать английский язык, чтобы понимать фильмы, сериалы, тиктоки без объяснений. И для этого, как вы уже успели заметить, нужен достаточно высокий уровень английского. А вы знаете свой уровень английского? Если нет, то не беда, ведь вы прямо сейчас можете пройти тест на определение уровня вашего английского языка на сайте EnglishDom. Тест достаточно простой, он у вас займет буквально несколько минут, и вы сразу же получите результат. А после прохождения вы сможете сразу же записаться на первый урок английского с преподавателем EnglishDom по скайпу, где вы сможете свой уровень английского прокачать. Ссылку на тест я оставил в описании или где-то в углу в подсказках. Так что вперед, проходите тест. What's always coming but never arrives? Oh,
What? An orgasm. What's always coming but never arrives? Female orgasm. Or just an orgasm. I feel bad for you. Да, мне ее тоже жаль. Ну, здесь, наверное, для начала стоит объяснить разницу глаголов coming и arrive. Coming – это что-то, что подходит, приближается. The winter is coming – зима на подходе. А arrives – это прибытие непосредственно. Train arrives right now. Поезд прибывает где-то сейчас. Мама, когда увидела, что у тебя есть деньги, которые тебе подарили на день рождения, какая же жеза, если собрать все деньги, которые у меня мама забирала, чтобы я их якобы не потерял, то это можно покрыть весь внешний долг Либерии. Ссоры в 2020 году. Йоу! Ну это жестко, братва. Ну давайте смотреть правде в глаза. Отписаться от кого-то — это действительно жестко. Ты можешь ограбить всю мою семью. Ты можешь настроить всех моих друзей против меня. Ты можешь переспать с моей девушкой. Но отписываться от меня не смей. Между прочим, freaking hate you — это как очень лайтовая версия fucking hate you. Если вы не хотите быть слишком грубым, вы можете всегда заменить fucking на freaking. Пользуйтесь. What? What's wrong? Oh, yeah, I didn't get straight A's this time, but... Wait, mom. Oh, it's just one B. It's just one B, mom! Mom, my report card came in today. Okay, let's see how smart you are. And I did pretty well this semester, mom. I got straight A's. Couldn't do any better than your class, could you? What? Worthless. Mom, I need you to sign my report card. Ooh, let's see how smart my baby is. Well, at least you're not failing English. Yippee, will you sign it now, mom? Of course, son, let me just get a pen. Слушайте, ну для меня всегда была загадкой, почему, когда я принес двойку, то мы поехали с родителями отдыхать, мне надарили кучу разных подарков, и когда мой старший брат принес пятерку, то его просто отец ударил телевизором. Между прочим, worthless переводится как бесполезный или же по отношению к человеку никчемный. Давайте приведу пример в предложении. Expensive and worthless all in a measure. Дорогой и в то же время бесполезный. Вот как эта лампа. Worthless. Ребята, это были все тиктоки на сегодня. Я надеюсь, что вам понравилось. Если это так, поставьте лайк, напишите комментарий. И напишите, что вы хотели бы побольше таких видео, и мы обязательно сделаем. Кроме того, вы же помните, что можно пройти тест на определение уровня владения английским языком на сайте EnglishDom, который очень быстро и очень точно определит ваш уровень английского языка. Чтобы его пройти, нажимайте на кнопку, которую вы видите прямо сейчас на экране, и не забудьте поделиться своим результатом в комментариях. С вами был Виктор Вазовский, и я с вами прощаюсь. Пока!